В приемной местного отделения партии «Единая Россия» стартовал марафон «Наша победа». Патриотические акции и мастер-классы пройдут для детей из семей мобилизованных и воспитанников муниципальных образовательных учреждений. Первыми участницами патриотического марафона «Единой России» стали воспитанницы дошкольного отделения Видновской школы номер 1. Девочки ответственно подошли к выполнению творческого задания и сделали несколько значков, символизирующих нашу победу. Мы сегодня провели мастер-класс, сделали значки для участников специальной военной операции. Дети с удовольствием также принимали участие. Поддержать мастериц и рассказать о том, что такое патриотизм и любовь к родине, пришел депутат Московской областной думы Владимир Жук. Член фракции «Единая Россия» поблагодарил участниц марафона «Наша победа» за дружную работу и память о своих близких, ветеранах Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка, он погиб на войне. Он оставил 5 детей и жену, ему было 3-4 года. Это мой прадедушка, он служил красноармейским, прошел всю войну. Портреты героев Великой Отечественной войны повесили на стене памяти, которая оформлена в местном отделении партии «Единая Россия». Следующий мастер-класс по рисованию будет посвящен теме «Герои СВО глазами детей».